times, which times two is несовершенность. Если посмотреть выше нее, то виден четкий и строгий силуэт бывшей реформатской немецкой церкви, перестроенной в 30-е годы 20-го века. А сразу за ним вы можете увидеть верхнюю часть стены и несколько необычных по форме круглую крышу. Это здание знаменитого Мариинского театра, построенного архитектором Робертом Кавосом в 1860 году. Вот на этот собор, короче, вот смотри, вот эта колонна. Thank you.
кстати, у тебя братья и сестры?